Михаил Емельянович Олейников. Родился 15 февраля 1927 года. Служил в 120-м учебном стрелковом полку. Награжден медалями за победу над Германией, знаком «Фронтовик» и юбилейными медалями. Проживает в станице Северской под чутким присмотром дочери. Поздравляю вас с Днем Победы! Мы всех призываем, нам всем это нужно. Пускай на земле будет мир, будет дружба, пусть солнце лучистое всем нам сияет, а войн никогда и нигде не бывает.